не, как тебе сказать, не оправдали мои ожидания. У тебя вот. О, у тебя может в танке быть, это вообще отлично. Ты сомалийский может быть в танке. Да мы, сути, в танк отгонял Холя. Действительно, Холя. Шо, никто не подпоет? Хули мусорам хули. Хули мусорах, хули мусорах, хули. Едем так, как ехали, даже охуенно, Толя. Сейчас представил Алису, которая хует дает. Нормально. Не, Алис, это правильно, на самом деле. Я тоже так думаю. Слушай, кто танкует? Чё ты так, блин? Так, два паладина и кто третий? С опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, говорит, что надо. Который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Не, я в ДД успею. Не-не-не, я сейчас, может, успеешь. Стой, стой в танке, давай. Часов успехнуться в ДД. Блядь, давай, не успел. Давай. Не успел, буду в танке. Микстур, а ты в ДД так рвешь игру или это в танке? Не, он в танке. Ну чё, Билика в лужу кинул? Понимаю. Ну, босс может. Вообще мразь. Да. Да, у Билика в лужу просто жив. Ну чё, выруби, пожалуйста, фаунт мастера, чтобы он не фунтил в ФМ. Реально уже надоело. Против ФМ будет? Ну чё. Ну, я типа фаунт мастер был. Чё? Отвлекает хуй через плечо. Чё, блядь, там можешь, ёбаный урод. А, да, это фаунт мастер. Да, выруби, пожалуйста, все галочки выключи на нем. Давайте, парни, ребав шамана. Я не буду давать тебе ничего. У Ханги танк? А, блядь, не связь. Но кто я, блядь? Я либо хил, либо танк. Чё с агром? Ты меня в рот рвешь. И по этому надо. А миксурку разморозить? Да, да насрать, у вас там еще три танка, блядь, помимо меня. Я успела. Моя ты рыба, блядь. Нужно открыть. Танки живые, танки живые. Я туда сторонник. Да сами добьют.
Он там шарпе. По луже ходим, красавцы. Мне танк не вообще похуй. Будьте добры. Получите сейчас, где лево и право, и отбегайте. Тяжело. Давайте, я вас верю. Волк около вас. Угу. Якутия, хорош. Вообще сижу, ржу с него. Тут ржака. Да чего, Лора? Нидавеллир. Молодцы. Берса через одну минуту. Сейчас убьем. Мы его в Берсе убили. Там Берса не через одну минуту, а после четырех его этих откидываний. Он последний раз прыгает, он шотает всех. Я ревогнусь. Ага. Мне нужна цель. Добрый день. Сейчас великий чернокнижник Вилфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Утя, ты в танке. Утя, ты в танке. Нет, я в надоле. Да, ты в танке. Ну, по микстурку в танке он все-таки будет. Блин, он нужен сейчас, чтобы агро вообще не слетело. Бля, го, короче, микстурка танка нет. Не, ну блядь. Если я в мейн танке, то с агро не слетит. Кто МТ? На кого на пул? На микстурку. Бист, блять, он в ДД, алло. Он заспекнулся. Он хоть сидит, такой слушает. Только два выбора смерти забыл поменять. И это так и надо.
падению! Так, пусть так и надо. Микстурка. Два паладина и ДК. А, еще и турбо. Ага, получилось! Ребячи перед всевластным Вилфредом Небобамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Шарацус! Три минуты. У вас аспера будете хилить сегодня? Стаки. Ой. Вулкан 8 секунд. И стаки будут. О, хилыга, це. Плащик с мастерством. Каждому свое. Рилли не такая мастерством, я тупо... Почти все сокеты на вас стоят. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Сука. Успокойтесь. Никакого надались. Здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. А как он выглядит весело. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. 58-я тренинга. Бычьи головы топ-2 по Патриору. По-моему, она не за ДК. А, не за ДК, что? Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Так. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что от нас будут... Не знаю, почему, но охота сказать хуй бычий с головой птиц. Вых-вых-вых-вых-вых.
Да там сразу слетает овца, просто там мор что-нибудь, его пальцем тут трон, овца слетает, просто смысла нету. Да есть притяжки, заберут на. Ну, если они будут стоять, теоретически, да? Именно фури вард.
как ты играл Фуливаром? Сводите троих. Сводите их. И дальше. И перехвачивал. Это когда был? Во времена Лича? Ну, я играл Фуриком вначале и набрал там около 2000 рейтингов. И у меня, в принципе, все получалось. Это... Играть надо там по-другому. Там игра все на бурс. И я лично просчитывал все броки свои. У меня пропал выбор. Прокнули там тринки. Я прожимаю жажду смерти и прожимаю безрассудство. Вот эта связка мне давала, да, я прорендую. И вот эта связка мне помогала всегда убежать. Да, в остальное время тебя там чисто там либо какая-то удача, или что, или сбил каст. Но если ты вот так вот просчитываешь, у тебя будет супер невероятная кость. Да, с Хилом, с Друидом. Ну вот там, короче, ресвич этим циклоном. Прожал до половины, а он зациклонил его. Давайте по фасту пельмешки стынут. Бля... Там и так в танке. Спеты в танк бьются.
Да. Три выбора. Отлично. О, нихера себе, какие запы. Ой, 800 или 1000? Первого босса колечко. Если нагрудник не нужен холипалу, то давай мне одного. Да. А кто знает, у Зедома есть Т5? У Зедома нет. Нету.